ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Частое разочарование и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. В любви часто капризны и нуждается в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.